На 18 мая на территории Нижнекамского района чрезвычайной ситуации с паводковым периодом не зарегистрировано, а обстановка на Каме стабилизируется. Уровень воды продолжает падать, и на сегодня он составляет чуть более 56 метров. В целом наблюдается положительная динамика, правда, радоваться еще рано. Тем не менее, уровень остается еще высокий, и для населения хотелось бы еще раз обратить внимание на то, чтобы не выходить на маломерных судах на водоемы, не оставаться ночью, значит, на больших реках, в том числе на Каме, значит, внимательно следить за детьми, ну и быть более бдительными. Самый высокий уровень воды в Нижнекамском водохранилище был зафиксирован 4 мая на отметке более 57 метров. Но это не рекорд. В 2007 году он составил 58 метров. В тот раз дамба выдержала большую воду. Чего ждать в этом году в случае новой угрозы? Много превентивных мероприятий провели не по укреплению. Сейчас, значит, проводим укрепление опасных участков. Я думаю, она выдержит большой уровень. Как говорят в управлении МЧС, паника среди населения в этом году поднялась по одной простой причине – народ расслабился. Ну как тут не расслабишься, когда дамба не вызывает доверия? Да, она сегодня в таком критическом состоянии. Есть и подмыв дамбы, там и обрушение. Вот, и особенно правой стороны, со стороны реки. Вот, но, тем не менее, хотелось бы наконец-то, чтобы паводок спокойно встречали ее укрепление, привести ее в порядок. Для этого необходимо провести масштабную реконструкцию по всей длине укрепительного сооружения. К слову, капитальный ремонт дамбы нижнекамцы ждут с 2007 года. И этот вопрос так и остается нерешенным. А все потому, что до сих пор не определен источник финансирования. Никита Бобров, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим».